Вон тот пышный блондин, кто? Лёша Пряхин, конструктор второй категории. Второй нам не надо, только первую. Ну и он меня совсем не волнует. Еще бы. Такая ореха. Нам нужны красивые мужья для полной гармонии. Так, вон тот в вельвете кто? Миша Дятлов, но он женат. Не страшно, можно развести. У него две дочки. Да? Ну тогда ладно, пусть живет. А что ты думаешь насчет начальника? Петра Васильевича? Да ладно, не пугайся, не нужен он нам. Ну, был бы какой-нибудь профессор или доктор наук. А то по глазам видно, просидит за своей конторкой до самой пенсии. Нет, ну он хороший человек. Его хочешь? Нет, нет, что ты. Ну тогда остается вот этот пижон.